Валентин Дмитриевич Берестов, 1928-1998 годы жизни. Русский советский писатель и переводчик, поэт-лирик, мемуарист, пушкинист, исследователь. Писал для взрослых и детей, член Союза писателей СССР. Мой отец не любил, когда его называли детским поэтом. Детский, женский, стариковский, зачем? Просто поэт и все. А если мои стихи нравятся детям, это же замечательно, вспоминала дочь поэта Марина Берестова. Третья попытка. Ты не сразу бросаешь арену и не сразу подводишь черту. Три попытки даются спортсмену для того, чтобы взять высоту. Неудача, но ты не в убытке, снова близок решающий миг. Ты готовишься к третьей попытке, наблюдая попытки других. Разбежался, взлетел и готово. Возвещая о новой борьбе, выше становится планка, и снова три попытки даются тебе, а не вышло. Попытка, не пытка, стиснув зубы, готовься и жди. И выходит, что третья попытка остается всегда впереди. Снежная горка. Ухожу. Ах, какая досада на прощание, слух различит в зимних суперках шум водопада. Эта снежная горка звучит. Развеселые разноголосия, и визжат на морозе полозья. Кто-то горку штурмует ползком, кто-то с горки летит кувырком. Сотни раз умножается сила у того, кто на горку ползет, ведь за это нам горка дарила вдохновение, восторг и полет. Вдохновение особого свойства, превращение страха в геройство. А про то, как карабкался ты, забываешь, летя с высоты. Санки к стенке, сажусь за уроки, светит лампа моя на столе, а горящие руки и щеки остывают в домашнем тепле. Рассказ по картинке. На третьем уроке рассказ по картинке. Висела она на доске. Две девочки в поле бегут по тропинке и что-то несут в узелке. И трактор стоит вдалеке. И каждый из нас составил рассказ, куда и зачем по тропинке девчонки бегут на картинке. Звонок. Перемена. И снова звонок. А я позабыть про картинку не мог. Про трактор, который стоит вдалеке, про завтрак, который несут в узелке. И ночью мне было совсем не до сна. Гадал я, какие у них имена. И кто они, эти девчонки? Подружки? А может, сестренки?